Привет, меня зовут Катя, но сейчас благодаря 8-недельному тренингу Алисы Макаровой я более известна как царица Обесская, и я бы хотела вам рассказать историю о моем замечательном опыте прохождения этого тренинга. На тренинге было очень интересно, но 7-часовой он вообще не такой, как тот тренинг, про который я буду в основном рассказывать. Он довольно лайтовый, такой очень... по любви, аккуратный, тебе просто корректируют какие-то твои привычки, дают советы, как ты можешь повысить свою личную эффективность, прорваться и с набором каких-то рекомендаций, инструментов ты уже можешь двигаться дальше. Было интересно, яркий день, и на этом 7-часовом тренинге мы узнали, что Алиса также проводит 8-недельный тренинг психологический по бизнесу, и фактически, мне кажется, 90% людей, которые присутствовали на тренинге, они зажглись этой идеей, захотели в этом поучаствовать. И я помню, как сейчас, что Алиса говорит, что ребята, это жопа, это будет полный трэш, никто не будет за вами бегать и сюсюкаться с вами, и мы не будем сидеть по 8 часов в медитации в позе лотоса. Но она нашла те слова и те инструменты взаимодействия с нами, с нашей будущей командой, что мы очень зажглись, и хотя у людей были командировки, близились майские, у всех были уже свои планы, но мы решили, что нам это очень нужно. На следующей неделе, уже в следующую субботу, в 7 утра мы сидели в подвале и не понимали, что происходит. Потому что, начиналось все с каких-то очень легеньких упражнений, им было весело и задорно, но буквально уже через 2 недели мы поняли, что, кажется, весело и задорно так уже не будет. Да, через 2 недели я была вторым человеком, у которого был срыв, и, соответственно, в первый же день, естественно. И, соответственно, на следующей неделе я уже сидела на прекрасном, горячо мной любимом барном стуле. Да, где этот срыв разбирали. Мне казалось, что, господи, какая ерунда, это всего лишь опоздание, тем более там мы опоздали минуты на 2. Но на самом деле нет. После этого, и вообще в ходе тренинга ко мне пришло очень четкое осознание, что ничего и никогда не бывает таких ситуаций, которые происходят в жизни просто так. Я не отрицаю такой возможности, но процент их столь мизерный, и они столь незначительны, что, даже о них не стоит говорить. И мои слезы были в тренинге первыми. Да, наверное, поэтому у меня был такой сильный прорыв, потому что, когда мы пришли на тренинг, и нам говорили, что за эти 8 недель вы проживете 5 лет. Что за бред? Наверное, да, они будут яркими, эти 8 недель. Но это действительно так, потому что события, их было, во-первых, очень много, не только по тренингу, в личной какой-то жизни происходило все так ярко, интенсивно, и я все это очень там отслеживала. И, например, то, что прошло 2 недели назад, у меня есть ощущение, что это было год назад, потому что событий за эти 2 недели было так много. И какие-то такие изменения сильные происходят, что, действительно есть ощущение прожитых 5 лет. И мне кажется, я очень повзрослела за эти 8 недель. Да, что было сложно в тренинге? Самым сложным, конечно, было переключаться. Не просто бегать, прыгать, веселить людей, а иногда собираться и включаться в работу. Это нужно было делать иногда в течение секунды. Это было сложно. Что еще было сложно? Было сложно говорить о своих чувствах и вообще признать, что они у меня есть, потому что образ темной, холодной сучки был мне очень близок, но, к сожалению, при таком подходе невозможно построить грамотные, какие-то глубокие, прочные, надежные отношения с людьми, как личные, так и партнерские, там, по бизнесу. Сложно, да, было сложно перестраиваться и вставать в 7 утра ежедневно, потому что до этого у меня был очень такой сибаритский образ жизни, я могла себе позволить все что угодно, не зависело, в принципе, там, у меня не было финансовых проблем, да и вообще, собственно, никаких проблем не было, но, соответственно, не было и желаний. Да, но на самом деле все не так сложно, как кажется, и ты очень быстро привыкаешь, и сейчас тренинг закончился. И я, по сути, могу делать все, что хочу, но я все равно просыпаюсь в 5 утра. И я вот попробовала посидеть сутки дома, но это было отвратительно. Вот та пружина, про которую Алиса говорила, что она вас
ну, как бы появится, и сначала сожмется, и будет в течение тренинга растягиваться. И чем сильнее она растянется, тем сильнее будет результат. Вот эту пружину, я ее чувствую ежедневно, я с ней просыпаюсь. И вот она не дает мне вообще сидеть на месте, потому что, ну, я начинаю чувствовать, как уходит время. У меня появилось вот это чувство времени, и что его можно использовать, ну, на что-нибудь более интересное, чем просмотр сериалов или бесконечные бесполезные разговоры с подружками о том, что представляешь, Дима с Наташей вот расстались, и, ну да, как-то появился интерес к своей жизни. Казалось бы, это такие элементарные вещи, но ты живешь в этой воронке, ты делаешь что-то там, не знаю, заканчиваешь школу, получаешь красный диплом, непонятно зачем, ну там, для родителей, потом устраиваешься на работу просто потому, что, ну, так надо, ходишь на вечеринки, потому что, ну, ты же не отшельник, и нет осознанности в жизни. И когда я поняла, что так живет большинство людей, и большинство моих знакомых людей, мне действительно стало страшно, потому что мне 23 года, я уже не маленькая девочка, чтобы находиться в каком-то таком, не знаю, наркотическом алкогольном угаре и не испытывать от этого, ну, и не бояться последствий, но при этом мне там не 43, чтобы отчаяться и спиться с горя. Сейчас самый тот возраст, чтобы действовать, потому что есть достаточное количество знаний, достаточный багаж опыта, проб и ошибок. И когда я просто заметила, как живут те люди, которые меня окружают, мне стало страшно, потому что они, ну, как бы, они не живут, они только хотеть жить и делают из этого некую фикцию. Они действуют как роботы по наметанной схеме, по которой их запустили родители, по которой их запустили их родители. То есть они не понимают вообще, зачем они это делают. Перед тренингом, ну, то, что тренинг мне этот попался, скажем так, не случайно, это 100%, потому что я была на таком перепутье, вот прям лист мой белый, ну, он полностью обнулился. И это было очень страшно. Но благодаря тренингу я теперь понимаю, ну, что есть куда двигаться. И самое главное, да, я в самом начале пути, но этот путь есть. Мне очень страшно, безусловно, что будет дальше, я не знаю, там, справлюсь я или нет. Но появилась такая важная вещь, как вера в себя и уверенность в том, что есть руки, есть ноги, есть голова и есть люди рядом. То есть все ресурсы для того, чтобы иметь все, что ты хочешь. Что еще для меня было непростым в тренинге, это, ну, как обычно, когда вначале нас предупреждали, что все очень изменится, и у вас изменится круг общения, скорее всего. Мне казалось, что за бред? Что вообще за бред? И когда мне говорили, что вот эти люди, которые сейчас с тобой находятся, твоя команда, это твои самые близкие люди на 8 недель, мне казалось, полная ерунда, это просто 8 недель, это 2 месяца. Немного все закончится и будет как прежде, но нет, ничего вообще не будет как прежде. И для меня очень странно было на каком-то этапе, что люди стали отваливаться, те люди, с которыми я была рядом много лет. Я вообще не представляла без них своей жизни. Ты встречаешься с ними, и тебе не о чем говорить. И да, конечно, было вот это очень грустно и обидно, что люди теряются. Но таким же образом и приобретаются новые. И поскольку в тренинге мы действительно научились убирать оценки, ты не смотришь на человека как на стереотип в стиле... Ты не видишь этих ярлыков, секретарша, неважно, продавщица страйков и так далее. Ты видишь человека, и ты видишь, какие люди все разные и интересные. И у кого-то из психологов есть фраза, что даже один самый простой, казалось бы, человек интереснее всех книг в мире. Ну, я действительно с этим согласна. Да, и с любым человеком можно найти подход, потому что когда я пришла на тренинг, люди меня откровенно побаивались. Одна из девушек сказала, что я всегда боялась встретить такого человека, как ты. Мне казалось, что такие персонажи существуют только на видяшках из Ютуба. А вот, собственно, ты бегаешь, прыгаешь, валяешься по полу в перерыве. Собственно, что лично обо мне, мне тренинг дал очень много. И те люди, которые смотрят на это с насмешкой, говорят, что полный бред, и лучше бы вы занялись чем-то серьезным каким-то делом, нашли бы себе по второй работе, раз вам так хочется денег. Я несколько бы с ними поспорила, потому что те изменения, которые я вижу в себе, я вижу в людях, например, моя лучшая подруга за 8 недель превратилась из ребенка
неспособного сказать «нет», сильного, уверенного в себе человека, который действительно создает свою жизнь, лепит здесь и сейчас. И, ну, даже хотя мы долго дружили до этого, очень повысилось качество отношений в тренинге, за что я, конечно, премного благодарна. Просто колоссальные изменения. И у каждого они свои, и у каждого они те, которые нужны конкретному данному человеку. И мы не все обсуждали на тренинге, не обязательно садиться на стул, чтобы открыть в себе какие-то, поднять говно и открыть в себе какие-то качества, осознать какие-то свои проблемы. Нет, это происходило даже в каких-то наших веселых тусовках, просто в какой-то момент ты осознаешь, что вот ряд моих проблем связан с вот этим. Могу я это решить? Да. Сделаю это? Да, безусловно. Мне это будет сложно? Нет. Поэтому советовать этот тренинг людям неподготовленным я бы не стала. Я бы стала его очень рекомендовать, потому что 8 недель, мне кажется, во-первых, восьмерка такое число интересное, перевернутая бесконечность. Это ни много и ни мало. Это не то время, которое жалко потратить. Это не 5 лет высшего образования, которое, или уже 6, кажется, которого действительно может быть жалко, да, если ты занимаешься этим нелюбимым делом. Но и это не 3 дня, где вы просто выезжаете в город, медитируете, что тоже, безусловно, полезно. Происходят очень базовые изменения, и ты начинаешь видеть вещи. У тебя снимаются розовые... Действительно понимаешь, что ты... И мне они распыляются, они, ну, не умеют отделять зерна от плевел. Это то, вот, чему я научилась в тренинге, определять, что действительно важно, и разговаривать с собой. А люди тратят огромные деньги на психоаналитиков, не против ни в коем случае. И поговорить с собой, тоже учат в тренинге. Разговорные вопросы, до сути, доходить самому. Это то, к чему нас плавно готовили, на что были направлены последние недели, скажем так, чтобы нас отпустить в вольное плавание. Мои 8 недель, они не закончились. И мой тренинг, он не закончился. Все происходит сейчас. Каждый день я сталкиваюсь с какими-то ситуациями, которые продолжают меня тренировать, которые продолжают меня как-то открывать. И начнется только вообще все самое интересное. Как минимум понять, кто ты, принять это в себе, понять свое назначение в этом мире. Я вижу изменения в людях, которые не участвовали в тренинге, они просто находятся рядом со мной. Например, я сейчас живу с девочкой, мой визажист, личный, персональный, я же теперь звезда. Она не могла в течение 23 лет решить вопрос с мамой. И решила его, ну, они прояснились там за один разговор. И так это только начало, это только каких-то пара бесед со мной и пара ситуаций из тренинга, примеров, которыми она была свидетелями. А если, ну, ты ныряешь полностью в эту среду, но как бы важно это делать осознанно. Если человек хочет просто прийти на веселую сектантскую тусовочку, пожалуй, нет. Пожалуй, нет, и, конечно, лучше быть несколько подготовленным, почитать психологическую литературу, литературу по бизнесу, потому что там много тоже различных приемов описывается. Но если есть эта щемящая жажда внутри что-то изменить в своей жизни, но ты не знаешь как, тренинг Алисы Макаровой 8 недель – это оно. Вот я прям гарантирую 100%, что поможет. Приходите на тренинг к Алисе Макаровой, и вы не пожалеете, обещаю.